Новую дорогу начали строить в Нижневартовске. Она продублирует одну из центральных магистралей и свяжет новостройки сразу с несколькими районами города. Улица будет включать в себя 4 полосы для движения автотранспорта, тротуары, освещения, парковочные места и автобусные остановки. Строительство ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Жанна Кузьмина узнала, когда можно будет проехать по новой улице. На месте будущей улицы Фармана Салманова пока еще непроходимое болото. Жители новостроек, боясь увязнуть в топях, обходят его стороной. Но скоро все изменится. Здесь проложат современную 4-полосную дорогу с освещением, тротуарами, парковочными местами и остановками. На месте строительства уже работает спецтехника. Вынимают торф, а получившиеся траншеи отсыпают песком. В данный момент сложности только в излишней водонасыщенности грунтов, пучинец соседей. При выемке ее возникают проблемы, то что траншея постоянно заливает водой. Все, местами откачивать приходится, конечно. До ноября подрядчики должны подготовить земляное полотно, перенести инженерные коммуникации и обустроить ливневую канализацию. Основной этап строительства запланирован на следующий год. Тендер на его выполнение еще предстоит разыграть. В 2022-м бригады непосредственно займутся укладкой асфальта, пешеходных и велодорожек, смонтируют освещение. Прокладывать новую улицу будут в 3 этапа. В итоге ее длина составит 2,5 километра. Магистраль свяжет не только окраины города. С одной стороны, она будет выходить на улицу Нововартовскую и район частной застройки. С другой стороны, на улицу Северную. Но и в целом разгрузит улично-дорожную сеть Нижневартовска. У нас будет, в принципе, возможность как со старой части города выезжать на эти участки дороги, так и с новой. И ну, плюс к данным участкам у нас перпендикулярно врезаются те улицы, которые вот ранее были построены, которые сейчас мы осуществляем строительство. Это улица Московкина. Ну и в планах строительство проезда Восточный. Это вот где у нас строительство школы осуществляется. То есть, тем самым у нас как бы получится закольцовка, ну, какой-то конечный продукт. Проехать по новой улице можно будет только через 3 года. Окончание строительства намечено на 2024 год. Кстати, к тому времени ее переименуют в честь геолога Фармана Салманова. Нынешнее название улица Первопоселенцев – проектное, созданное для удобства обозначения этого отрезка в документах. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.